Экс. Как красивейшно бантик завязать. Кладем ленту сверху и с обратной стороны коробки завязываем. Вместе с хвостиками возвращаемся наверх. Один из хвостиков продеваем под низ и перевязываем со вторым хвостиком. Вот этот нижний хвостик кладем сверху основной ленты и пропускаем его вот так вот под низ. Вот так. Теперь эти два хвостика завязываем вместе и делаем бантик. Расправляем его, чтобы все было красивейшно. Конец ленты сгибаем пополам и отрезаем вот таким образом. Усё, получается красивейший бант, и концы красивейшно тоже, видите, как заканчиваются. Вот так вот, на заметочку видюшка.